Пойдем поснимать пар. Нужно выбрать лифт на 4 игрока. Как чудо-рзачная девка. Так, что там в комментариях? О, кто? Кто про? Зачем задавать такие тупые вопросы? Человек за мной. Моё. Мои деньги. Я не могу знать. О, свечка. Сразу два свеча этих. Свечка очень красивая. Свечка очень красивая, вот когда... Ключик так легко. Когда слышу сразу, а про это сердце. Меня два игрока не предали, но они куда-то далеко от меня. Значит, я быстрее всех, получается, прохожу дурт. Телефоном не обращайте внимания, это строители. Что там кости, ничего. Ни на что не обращайте внимания, кроме как на видео. Если меня не предадут. Так, нам предстоит... О! С первого раза.
принципе, я уже умею играть в брус. Я когда-то до фигуры доходила, научилась играть в брус. Блин, открывать. Эти игроки, наверное, в одной и той же комнате сидят. И сдохнут скоро. Вот один уже сдох. Этот довольно-таки смешной. Сейчас почти полный. А, глазики уже появились, значит, не надо пускать прятаться. Это безопасно, я знаю. Это не безопасно, значит, безопасно, я знаю. Сейчас будет... Он за мной наблюдает, походу. Красу не пропал отсюда. Все, ему надоело за мной наблюдать, походу. Один сдох. И этот сдох.
Офигеть. Телефон не хочу разрезаться. Давай заключим. Видите, как бы я выбрала. Я здесь я прошла вот этого вот черного тела. Смотрите, достать. Вынесем. Надеюсь, фигура в текстурах не застрянет. Не-н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 е. Давайте на заставку. А скоро эта фигура будет? У меня вот один вопрос. Фигура! Наконец-то! Где-то рядом находится фигура. Которые не выпали, наконец-то зубная фея забрала. Доложила еще две. Девочки, наверное, это чтобы извиниться. Если не верите в зубную фею, кстати, я не верю в зубную фею. А если верите, я верю в зубную фею. А если ты вообще не умеешь писать, напиши какой-нибудь билиберду.
дайте мне уже пульт от ядерки. Надо аккуратнее там без жидкости. Пойдите в дочери страшный скример. Ненавижу скримеры. Ходит. Ничего для этого не делает. Повышен опять. Так, это ничего. Восемь. Я все у нас 6, 8, 8, 8, 1, 4. Несколько минут так стою и ничего не понимаю. Точнее, одну минуту так стою и ничего не вижу. В комментариях, может, вы поймете. Мне только треугольник нужно найти. Субтитры сделал DimaTorzok.
просили играть в России. Я тут в Майнкрафт запретили играть в России. Пойду за фигурой. А что с ней сушу? Ты чё зря? Я зря тупая. Совсем не тронул он. А где? А где? Где хотя? Ooh.
Наконец-то. О, прикол. Валяется так прикольно. Прикол. Крест мне меня спас. Использовала свой крест. Боже мой, меня так это пугает. Опять это будет. На этом она закончится. Всем.